Звезда «Дома-2» разозлилась из-за неприглядных слухов о своей семье и приняла жесткие меры. Юлия Ефременкова заявила, что больше не позволит бывшему избраннику забирать детей к себе на ночевку, передает Пятый канал. Она пришла к такому решению после провокационной публикации в сети. Юлия подчеркнула, что отец ухаживал за грудным ребенком временно и опровергла информацию о том, что спихнула грудничка на мужчину. Теперь Ефременкова решила ограничить общение Мандезира Свет Амура с близнецами. Она подчеркнула, что ради малышей многое ему прощала, а теперь ее терпению настал конец. Юлия сочла Мандезира причастным к созданию заметки о том, что он якобы в одиночку стал воспитывать сына, позволил себе то, что я не спущу с рук. «Детей моих никто не заберет», —